Привет! Ты на канале ProGAVTO. Сегодня мы поговорим о новом хэтчбеке C-класса Skoda Scala, который представлен в нашем салоне. Рассмотрим комплектации двигателей, которые доступны для Украины. Skoda позиционирует модель Scala в сегменте C-класса. Хочу напомнить, что в верхнем сегменте C-класса у Skoda есть Octavia. Основными конкурентами Skoda Scala являются Golf, Focus, Megane, Kia Ceed. Форма кузова – пятидверный хэтчбэк. Несмотря на довольно скромные размеры снаружи, он довольно просторный. Имеет самый большой багажник в своем классе – 467 литров. В данной комплектации стоят базовые LED-фар. Под заказ может быть полностью светодиодная оптика. Задние фонари идут полностью светодиодные с динамическим поворотником. Scala – это первая модель Skoda с новой архитектурой интерьера салона. Впервые в этом классе доступны подогрев руля и подогрев лобового стекла. В этой модели стоит мультимедийное устройство третьего поколения, представленное в форме планшета. Что касается магнитол, то базовая остается магнитола Swing. Под заказ доступны Bolero или Amundsen с навигационной системой. Также доступна цифровая панель. Начиная с этой модели, все магнитолы поддерживают расширенные функции Skoda Connect, которая поддерживает связь с автомобилем. В этой модели стандартно стоят два новых разъема USB Type-C и опционально доступен PhoneBox. Scala поставляется в Украину пока что с двумя двигателями. Это 1.5 TSI и 1.6 турбодизельный мотор с механической или с автоматической коробкой передач. Со середины следующего года мы еще ожидаем литровый турбодвигатель. Приглашаю вас пройти тест-драйв. На тесте у нас представлена версия с двигателем 1.6 турбодизель с автоматической коробкой передач. Чтобы познакомиться с новой моделью поближе, приходи к нам в салон, подписывайся на канал ProGAVTO, ставь лайки, пиши комментарии под видео. До встречи!